А мы говорим, а где благая весть от самого Иисуса Христа-то? Оказывается, есть. Она всего этих 65 апокрифов, так называемых, значит, наследий тех, кто слышал Иисуса Христа. Но те, кто правили, вот эти вот, они выбрали то, что им надо, подделали под свои интересы и, так сказать, формировали это поддержание толпы элитарной модели. А есть учение Иисуса Христа, только одно находится в Ватикане, а другое в Вене, в библиотеке Габсбургов, одно на древнеарамейском языке,